Муравейник. Муравейник. Вот как такому вкусному торту можно было придумать такое дебильное название? Вот повар, который придумал название муравейник, он пробовал настоящий муравейник на вкус? Наверное, нет. Он совсем другой. Там земля, дерьмо муравьев, какие-то палки, яйца. Потому что я пробовал. Помню, пошли с Димкой в лес. Нам сколько лет? Лет по 6, наверное, было, да. И я попробовал муравейник, а Дима нет. И сейчас он депутат. Может поэтому? Может, потому что он не пробовал муравейник на вкус? Может уже тогда надо было понять, что со мной что-то не так? Ох, как же мне одиноко. Девушка, можно еще, пожалуйста, один мега-капучино? Мега-капучино. Серьезно? Прям мега? Прям вот поскромнее нельзя было назвать как-то его? Мега-капучино?